Сашки, Максим, Валерий Митминян. Мы начнем. Мы команда «Удар в спину». Такое интересное название, не спрашивайте почему. Ну, любим кофе. Игра называется «Cyber Generation». Поздравляю, мы теперь работаем в секретной лаборатории на благо человечества. И вот Министерство аэротехнологии подкидывает нам первую задачу. Колонизаторам нужно уметь дышать без атмосферы. Дальше. Значит, мы имплантируем. У нас есть импланты, у нас есть препарат. У нас есть характеристики, немножко размыто. Здоровье, интеллект, психика, выносливость и сила, которые нужно изменять соответственно задачи. Вот мы решили сделать простой кликер аркаду, за допомогою якого можна буде розвинути популяризацію науково-технічного процесу. Ну, понятно, сюжет дуже простий, і от рівень в нас затемнений, без світла, там тільки фонарик. Ми можемо вибрати new progress і продовжувати, а можемо вибрати винахід, пройти рівень повищеної складності, і після цього, ну, тут коротка інформація про лампочку, і після того у нас рівні тепер будуть завжди освічені. Тому в такому плані ми можемо розвивати безліч винаходів, популяризувати безліч різних досягнень, тому подібне. Навіть почали від створення ракет і закінчуючи квантовою телепортацією, тому подібними речами. Ігра називається «Метеріум». І вже розказує зразу дуже наразі. Ігра буде про професора. Ми йдемо за професора, який відкрив п'яте зміріння і знайшов новий вид енергії. Етеріум — це енергія, яка може приймати форму як електричества, так і фізичних об'єктів. І наш учений навчився її використовувати для своїх нужд, тобто навчився її превращати, наприклад, в щит. І, як оказалось, цей етеріум обладає пам'яттю, тому измерение пятое запомнило, что профессор вторгся в него и захотел его поглотить. Собственно, поэтому у него в капсуле в его лаборатории открылся портал, из которого начали появляться фрагменты этого этериума и вселяться предметы у него в лаборатории. Ну, собственно, от этого начинается весь геймплей. Команде Jerkstick. И мы хотим показать вам свое видение технологического процесса и то, как вообще это все будет происходить в будущем, наверное, небольшом будущем. Если же мы перебираем, тогда срабатывает наш второй тезис, что не убивает нас, делает сильнее. То есть мы перебрали и нас убило. А так наша задача контролировать весь процесс и, в принципе, держать всегда. Это такой небольшой таймкиллер, который, я думаю, поможет много-много отдохнуть. Ну и вот, в принципе, показан весь, все так сказать, плохие отрицательные качества технологического процесса. В 17 году в Китае обнаружили вид бактерий, который устойчив к любым известным антибиотикам. И, возможно, недалек тот час, когда даже какое-то элементарное заболевание мы не будем в состоянии вылечить, кроме как какими-то супер-пупер технологичными средствами, как наш кибербактериофаг Славик. Вот только что он уничтожил этот ботулизм. Забыл, как называется, это стрептококк, а вот только что. А вот это сифилис. В общем, как видите, чуваку не повезло. Вся надежда на бактериофага. Мы команда Lazy Buddies и хотим вам представить нашу игру. В общем, игра представляет из себя квест-новеллу. Сам главный герой у нас детектив, который расследует разного рода жестокие убийства. В общем, как мы видим, эта игра у нас представляет, как я раньше сказал, квест-новеллу. То есть она строится на основных базовых принципах. Это поиск предметов и решение всяческого рода головоломок. Команда состоит из одного человека, а игра называется Brainbox. Мы плаваем на этом кораблике, который по большому счету являлся буксиром старого поколения. И вот технология идет вперед, индустрия тоже, появляются большие корабли. И маленькому нашему кораблику просто не находится места. И вот там все придумал. Убирать за большими кораблями нефтяные бочки.
которые выпадают через борты. В начале 20 века по великой индустриальной революции и решили создавать игру, собственно, на этих. В общем-то, сразу мысли пошли куда-то в сторону экономической стратегии, чего-то подобного. Смысл игры состоит в следующем. У нас каждый ход генерируется какое-то количество одного из базовых ресурсов, которых 4. Это традиционно дерево, золото, железо и, ну, в данном случае, поскольку это у нас индустриальная революция, то кирпич. Нашей задачей в этой игре является построить чудо света, в данном случае это Эйфелева башня, которая представляет нашу вот, собственно, индустриальную эпоху. Two squares, и нас двое, и мы прямоугольники. Это наша игрушка, которую мы сделали за 24 часа. Все почему-то показывают игру в видео, а мы сделали видео в игре. Таким чином сьогодні було оголошено воєнний стан, оскільки на думку президента революційні настрої в Кіровоградах досягли прилічних позначок. Спеціальний з місця події наш кореспондент Вікторія М'яс. Добрий день, Вікторія. Вітаю, люди. Що на моїх очах жіночки цікаво від філософії? Чоловік відбивався від пральної машини. Позаду мене автівки, які покинули люди на узбіччі, поспіхом тікаючи з міста. Все це є наслідком технологічної революції, яка охопила місто Бровари. Восстали против человечества, и тут как бы нам приходится сражаться против бешеных принтеров, например, висевшийся холодильник. Наш босс. Раздавать какие-то конкретные места, а прилировать просто определенные команды. Три билета в Венсгендерин вот грядущий. И нас там выходят удар в псил. Мы же даже игру не показали, ничего. Спасибо. Вот. Два прекрасных SSD-шника. Да. У нас там Two Squares. И последний оставшийся, ну, в той самой команде, которая, да, самая большая. Там где аж целый один человек у нас. 3-5. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. И у нас есть еще один специальный инди-приз от Киев Индис Метап. Вот. Я не буду объяснять, почему так, скажем так. В общем, за коллектив в команде тоже Two Squares. Вот. Это... И еще один специальный приз. Подход в ночной клуб спицы, да? Ну, в компьютерный клуб. Большой. Да, компьютерный ночной клуб спицы. Это команда... Garlic Tech за 8-битную Марсельезу. Сейчас, я ждал этого момента.